бодрости дня. Я вас приветствую. У нас с вами, как всегда, утро начинается с нашей встречи. И мне приятно, что есть те, кто хочет следить за своим здоровьем, за своим телом, за своим состоянием. Мир не так дружелюбен в том, чтобы вы могли дать ему возможность помочь вам. То есть мы все время ругаем этот мир. Поэтому я хочу, чтобы в этом мире вы находили всегда именно свою точку опоры и свое мнение. Итак, сегодня я тоже хочу для вас сделать упражнения, которые будут немного рисковатые. Стучим одной ногой. Второй. Теперь двумя ногами очень быстро. Молодцы. Теперь постарайтесь тоже очень быстро ставить ногу вперед. Так, вторую. Молодцы. И еще разочек с вами сделаем быстрое движение. Отлично. Теперь мы с вами сделаем наклоны. Отдохнем. И опять-таки будем делать движение. Пятка. Я вам показываю. Другая нога. Показываю. Отлично. И теперь еще раз повторим с вами быстрые движения разрядки. Отлично. Пошаговая. Делаем назад. Обязательно делать нужно приседания. Поворачиваемся. То же самое вы можете повторить в обратную сторону. И нам желательно поднять правую и левую ногу. Касаемся локтем колена. Так, бодрость дня, пошаговая. Входим в свой день, благодарим его. Я вас приветствую, до следующей встречи.